Привет всем! Сегодня мы готовим томатный суп с морепродуктами. Рецепт простой и вкусный. Погнали! Начнем с лука. Очищаем его и измельчаем. Не забудь подписаться, на канале много вкусных рецептов. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Далее измельчаем чеснок. В это время разогреваем сковороду. Добавляем масло и обжариваем лук с чесноком до золотистого цвета. В это время берем кастрюлю, ставим ее на огонь и наливаем пол-литра воды. Помидор нарезаем кубиками. Очищаем перец от семян и тоже нарезаем на кубики. После того, как лук с чесноком мы обжарили до золотистого цвета, убираем его на тарелку в сторону. На этой же сковороде поджариваем помидоры и перец в течение пару минут. В этом рецепте в качестве морепродуктов мы использовали кальмар и креветки. Вы можете использовать также и морской коктейль. Кальмар нарезаем на кусочки примерно 1 см. В кипяток добавляем жареные помидоры с перцем, луком и чесноком. Добавляем туда несколько горошин черного перца, солим, перемешиваем и доводим до кипения. Когда мы довели до кипения, добавляем шафран, смесь прованских трав, сушеный базилик, перемешали и еще раз доводим до кипения. После выливаем столовую ложку лимонного сока. Добавляем кальмары. Добавляем варено-мороженые креветки. Все это хорошо перемешиваем и оставляем вариться на 5 минут. В это время берем миску. Вбиваем туда 2 яйца. Взбиваем их венчиком. И тоненькой струйкой будем сейчас сливать в кипящий суп, непрерывно помешивая. Снимаем с огня, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Давайте попробуем, что получилось. Суп получился довольно наваристый, ароматный за счет специй. Сочетание основа с морепродуктами мне понравилось. Суп ни на что не похожий. Советую и вам попробовать. Пишите в комментариях, как вам такой суп. Поддержите нас лайком. Всем пока.